Это форум «Магазин 2021», и Сергей мне признался, что в прошлом году они открылись в апреле как раз перед пандемией. Сергей, как вам это удалось, и как вы вообще прожили этот год 2020, и какие у вас планы теперь на 2021? Здравствуйте. Ну, во-первых, действительно, год прожит. Он прожит достаточно сложно. И вы абсолютно правы, мы не просто открылись в момент пандемии, а в момент начала локдауна. То есть в момент ремонта магазина закрылись все магазины строительных материалов, рынки. Вот. И по сути дела приходилось, если честно, собирать стройматериалы по друзьям, знакомым и так далее. 3 апреля 2020 года, тем не менее, мы открылись. Год дал новый опыт, новую выручку, которая оказалась даже выше, чем мы надеялись. И да, мы думаем о том, чтобы в следующем году, скорее всего, не в этом, открыть новый магазин «Фасоль». Тем более, хотел бы подчеркнуть, что вот новый черный цвет, вот этот новый дизайн, он, во-первых, нравится, во-вторых, нам подходит, как уральцам. У нас есть футбольный клуб «Урал», у которого два цвета – черный и оранжевый, да, так называемые шмели. И тут появляются вот эти новые футболки, черно-оранжевые, но это, честно, красота, и нам это очень нравится. Спасибо большое, Сергей. Я очень радуюсь за тех людей, которые смогли именно в пандемию, наоборот, стать сильнее и успешнее. А оставайтесь с нами. Это «Прямое включение», новые спикеры и новые гости. Спасибо.